Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в черепашки-ниндзя, безумные мутанты. Так, заберите свой ревард, говорят. Забираем, с удовольствием причем, да? И, кстати, у меня 1000 мутагена. Давай-ка мы с тобой, наверное, откроем капсулу и посмотрим, что нам выпадет. И это Леонардо. Так, ну что же, отлично. Так, забираем здесь награду. А здесь у нас что? Давай-ка посмотрим, что мы здесь заработали с тобой. Ага, 150 кубков мутагена и металлолом, скраб. И, видимо, мы кого-то можем с тобой прокачать. Слушай, давай-ка посмотрим. Если я, например, возьму Шреддера, тут либо прокачка, да? Либо точно прокачка. Лям у нас с тобой мутагена. Слушай, дай-ка я, наверное, не Донни все-таки, а Ирму. Прокачаю Ирму. 130 уровень, да? Чуть-чуть ее приоденем. Все. Так, здесь забираем награды. Так, сейчас пойдем с тобой драться. Не на шуточку будет бой сегодня. Кстати, там босс у нас. Ты видел, да? Кто? Бибопчик впереди у нас ожидается. Давай-ка я, наверное, зайду сюда. Посмотрю, что у нас в сумке. 1 миллион металлолома. Так, это хорошо. Это мы можем с тобой зайти сюда и что-нибудь, наверное, прокачать. Что бы нам прокачать с тобой? Давай, наверное, вот это вот. Фига, у нас тут шпарит. Как это, как угорелый. Так, комнату улучшили, поэтому забираем награду. А здесь-то что опять? Что здесь? Ну-ка, показывай. Угу. 100 синих кубков. Все. Ну что, друзья мои, я готов выдвигаться. Команду оставим такая, которая у нас есть. Поехали. Надеюсь, мы с тобой довольно хорошо и быстро пройдем. Скорость, конечно же, надо снизить. Так, и смотрим. Слушай, пока мы что-то как-то проигрываем, да? Так, кланфутовец тут. О, Шреддер влупляет мухи. Нихера. Ребята, бомбанул он. Так, отлично. Рокстеди сразу двоих задевает здесь. Так, мы потеряли с тобой Донателло. Подожди-ка, я не помню. Вот этот хлыщ, чего его нет? Вот, молодец, Рафаэль. А тут у нас кто? Гранитор бегает. И, как ты видишь, кожеголовый. Все, мы его втроем сейчас тут, соответственно, быстренько забомбим. Давай-давай-давай-давай, Шреддер. Ты дичь. Ну? Добивайте его. Все. Ну что, неплохо, я считаю. Так, давай переходим сразу на следующий бой. Здесь у нас Антракс, Крысиный Король, Зоракс, плюс Гранитур и Муха. Поехали. В принципе, команда довольно сильная, если честно. Так, я хочу посмотреть. Ага. Неплохо Рокстеди сделал пробивной. Тут внедряется у нас Чингис. Так, Зоракс, походу дела, сейчас отдуплится. Да. Гранитур, видимо, тоже. Если Шреддер постарается, он, в принципе, может его вырубить. Ну, короче, понятно, убили его. Так, и остается Антракс вместе с Крысиным Королем. Ну, это ерунда. Все, Антракс погиб от Шреддера. Ну и Крысиного Короля всей пачкой бомбим. У него нет шансов, ребята, выжить здесь. Все, великолепно. Ну что, переходим сразу на следующий бой. У нас еще сколько? 2 поединка и будет босс. Поехали. Ну, здесь все легко. Здесь, смотри, кланфутовец, который, в принципе, вообще ни о чем. Чингис врывается, как всегда, делает круговую атаку. Плюс Рафаэль с рывком вместе с Рокстеди. Вот если бы, конечно, муху бы нам с тобой прижучить. Так, Зоркс погиб. Ну, давай, бомби муху. Чингис ушатал ее, молодец.
Ну и остается Антракс. Сам понимаешь, он один здесь вообще ничего не сделает. И мы его добиваем. Прекрасно. Так, и по ходу дела это последний поединок у нас перед боссом. Поехали. Ну, маузеры, сам понимаешь, это вообще вата. Смотрим внимательно, так. Ага, Донателло там что-то чуданул. Рафаэль, делай рывок. Молодец, как раз он задел Зоркса этого. Остается Муха. Муха и Антракс. Ну, я вот заметил, что самый последний, кто выживает, это, ребята, Антракс. То есть он действительно сильный персонаж. Но Шреддер его тут ушатал. Ну что же, по идее должен быть босс. Да, вот он, Бибоп. Там опять эта крыса прячется за ящиками, за палетками. Ну что, давай посмотрим. Значит, тут у нас Бибоп, кожеголовый, Антракс. В принципе, ничего не должно быть сложного. Я не знаю, сколько он, конечно, будет наносить урона своей гранатой. Но пока вроде бы все идет хорошо. Воу-воу-воу, тихо-тихо-тихо, Чингис. Граната полетела, да? Слушай-ка, по-моему, тут мы все-таки сможем победить. Потому что, смотри, у Бибопа очень быстро уходит жизни. У нас еще все целенькие. Донателло, конечно, немножко под вопросом. Так, Антракс, как ни странно, погибает чуть ли не одним из первых. Хм. Так, он погиб. Да, Антракс погиб же, вот он. Нет, он еще живет. Так, я уже потерялся, если честно. Честно говоря, даже не успел посмотреть, кто кого что бьет. Но прошли мы этого босса. Он оказался слишком ватным для нас. И смотрим, что у нас здесь. Крысиный король плюс муха и кожеголовый. Я не знаю, ребят, мне кажется, тут вообще все будет изи. Так, минус голем. Минус... этот динозавр. Я уже думал, сейчас крысиный король упадет. Нифига. Но ему недолго осталось. Упал и остается муха. Слушай, а насколько у нас как тебе сказать, насколько враг сильнее наших команд, если брать по мощам? Давай посмотрим. Слушай, что-то не дают нам бонусов. Как-то не странно. Смотри, ребята, у нас с вами, ну, если округлить, то получается 35 тысяч мощей. У врага 55. То есть на 20 тысяч меня враг превосходит. Но, как видишь, мы не сдаемся. Кстати, вот эта катка будет вообще на изи. Ну, что тут у нас? Ты видишь сам дрон этот мелкий, который вообще разбирается с поточка. Плюс Зоракс, которого тоже мы разберем быстренько, да? Шреддер берет на себя... Ага, понятно. Тихо, тихо, тихо. Давай, уничтожай его, молодец. Ну и все, в принципе. Доигрался. Прекрасно, а вот и бонус, наконец-то. Давай глянем. И мы с тобой получаем 437 тысяч мутагена. Ну а мы продолжаем бой. Кстати, надо было посмотреть, кто там будет у нас боссом следующий. Мне кажется, опять будет Бибоп. Поехали. Так, смотри. Что-то Чингис там ничего не делает, если честно, вообще. Даже урона не наносим. Так, маузер минус. Сейчас, я думаю, король крысиный тоже загнется. Кто у них там бомбит, я не могу понять. Так, короля минусанули. Остаются Рокстеди и Антракс. И кого же мы вырубим быстрее? Скорее всего, Рокстеди, да? Ну да, он попал. Похоже, в немилость. Хотя Антракса мы быстрее вынесли. Так, все, друзья. Рокстеди погиб. Опа, еще один бонус. Еще 437 тысяч мы зарабатываем. Так, Босяра или нет? Пока нет. Ну, походу, это последняя катка у нас перед боссом.
Так, маузеры. Вот, если честно, я бы ни за что не хотел получить себе бойца Маузера. Нафиг он нужен, от него толку никакого нет. Так же, как, в принципе, и от кланфутовца. Это лично мое, ребята, мнение. Если ты считаешь по-другому, напиши мне в комментарии и объясни, почему. Почему ты думаешь, что они стоят того, чтобы быть в нашей пачке? Так, минус голем. Давай его бомби. Отлично. Так, муха осталась, да, одна? О, мы ее прижучили. Все. Будет бонус, нет? А босс? Да, ребята, и на этот раз Рокстеди. Вот Рокстеди будет посерьезнее, чем тот же самый Биво. Ну что, давай посмотрим. Ого. Так, кто у нас тут? Два голема. Блин, тут этот чепушило с броней. Ну-ка посмотрим. И Бибоп здесь же. И как это будет все выглядеть? Давай посмотрим. Так, Донателло уже, ребята, очень много отхватил урона. Ты посмотри. Я боюсь, упадет он сейчас. Так, того солдата каменного практически уже добили. Вон, в углу там стоит. Гранитор тут выпендривается, а? Так, Донни минус. Друзья, мы его потеряли. Видишь, что делает? Стакает, как всегда, броню. Так, минус гранитор. Шикарно. Теперь что? Остается у них Бибоп и Рокстеди. Если мы сейчас с тобой быстренько уничтожим Бибопчика, то Рокстеди ничего сделать здесь не сможет. Эй-эй-эй-эй-эй, вы переключитесь на Бибопа, потому что он бросит гранату. Блин, мой Рокстеди сейчас погибнет, по ходу дела. Он уже погиб. Так, и смотри, в итоге мы остаемся с Рафаэлем. Чингис, Рафаэль и Рокстеди. Ну и кто кого? О-о-о, подожди, нифига, а почему на нем столько брони на стаках? Ты посмотри. Нам его вряд ли пробить. Хотя, понемножечку, ребята, наносим урон. Как он меня бесит, а? Сейчас Чингис погибнет. И опять он настакал себе брони. Чингис погиб. Ну и, соответственно, Рафаэль тоже погибнет. Он не справится один здесь. Пробьют его сейчас. Да. Блин, ну слушай, я не знаю, что делать. Давай попробуем еще разок. Так, вначале, наверное, мы с тобой прокачаемся. Прокачаемся, только вот... Так, возьмем здесь награды еще. Кого качать? Рафаэля, а? Или Чингиса? Вопрос, конечно, интересный. Так, у нас с тобой 2 миллиона мутагена, то есть мы можем прокачать Рафаэля. Ну давай Рафика, наверное, качнем чуть-чуть. 143 уровень. Окей. Дальше у нас еще здесь что-то есть. Так, давай, открывай. Это на Супер Ирму, да? Выпали. У нас там кусочки. Так, секундочку, мы что-то с тобой вот здесь, по-моему, да, в сумку? Нет, ошибочка. Так, нам нужно с тобой еще 5 ПВП сыграть и одна победа на 6-м канале. Будем делать или нет? Ну, давай сделаем. Давай сделаем одну победу на 6-м канале. Тут вообще все будет на изи. Я поставлю на суперскорость, да, на 4-ю. И быстренько тут забомбим всех. Надеюсь, что забомбим. Так, смотрим. Ну, как сказать, я бы не сказал, что слишком быстро. Но справимся. Да? Так, Мундагека. И кто тут? Рафаэль прыгает. Все, подбили. Так, одну победу на 6-м канале. И, насколько я помню, нужно нам с тобой... Погоди, куда ты меня перекидываешь-то сразу же? Я еще даже не закончил. Так, награды. Давай заберем с тобой. И 5 ПВП боев нам нужно сыграть.
Но это как бы не обязательно, если честно, ребят. Не обязательно, но желательно. Так, ну что, мы с тобой прокачали кого? Немножечко Рафаэля. Не знаю, будет ли от этого толк. Давай попробуем. Если мы сейчас с тобой не победим Рокстеди, то я даже не знаю, что мы будем с тобой делать. Может, как-то вот так вот попробуем. Так, подожди, скорость поменяем. Тут вроде бы нету никого, кто бы стакал броню. Ну, гранитура мы с тобой вообще разбираем. Тут никаких проблем нету. Почему Донателло у меня страдает? Все почему-то переключаются именно на него. И смотри, у него сколько здоровья. Так, минус солдат. Вот этого еще вольните, пожалуйста, мне. Вот, который, да, убили. Так, минус гранитур сейчас должен быть. Давай. Все пока целы, ребята, все целы. То есть теперь мы сейчас всей аравой будем бомбить Рокстеди. И я думаю, здесь у него шансов не будет. Нет, ну рывок, конечно, будет его немножко спасать. Как бы он будет избегать удара. Но это ненадолго, поверь. Так, мы успеваем с собой настакать броню. Что нам дает небольшое преимущество, да, перед ним. А то, что он успевает настакать, мы, соответственно, снимаем. Воу-воу-воу, что-то он замельтешил там, бедолага. Так, Донни бросает какую-то бомбочку или минку. Все, все, ребята. Мы его ушатали. Так, контини. Мы их поймали. Друзья мои, мы поймали Бибопчика с Рокстеди. И довольные пошли в свою машину. А эти так и остались, болваны, висеть. То есть мы переходим с тобой как бы на следующую главу, верно? Получается именно так. Ну что-то там залагало, закрутило. Шреддер. Следующий, друзья, будет Шреддер. Естественно, сейчас мы... Так, погоди-ка, а здесь же показали, что-то есть. Обманули, как всегда, да? Обманывать нехорошо. Ну что, поехали. Чем мы тут будем с тобой выжидать? Бомбить и еще раз бомбить. Так, ну что, здесь тоже будет все легко. Никаких проблем абсолютно, ребят, не вижу. Антракс и гранитор для нас уже это не авторитет. Так, тем более вот эти вот панки никчемные. Так, солдатик сейчас упадет. И тот, кстати, тоже. Они синхронно погибают, да? Так, минус панк. Ну и, как ты понимаешь, гранитор вместе с антраксом тоже здесь погибнут. А вот Шреддер, если мы дойдем сегодня до босса, я думаю, нам устроит такую взбучку. Ты вспомнил тот момент, когда мы с тобой два раза подряд бомбили этого босса? И никак не могли подбить. Там потом только с помощью прокачки у нас получилось. Ух ты! Смотри, как Крэнк появился. Красавчик. Так, он, как всегда, начинает бомбить своим лучом. Ну, здесь легко все. Я уже вижу, ребята. Все, они посыпались. Даже этот Рокстеди, я думаю, не поможет им. Хотя... Так, минус панк. Ах, Чингис, как же ты мне нравишься, а? Врывается в толпу, начинает махать свои секиры и наносит колоссальный урон. Неужели у нас все выживут? М? Рокстеди, ты выживешь или нет? Я имею в виду наш Рокстеди. Скорее всего, да, ребята, все идеально получилось. Так, это был первый бой, да? Еще нужно сколько? Три, точнее четыре даже. О, тут вообще все легко и просто. Каменный солдат, давай ускоримся. На 4х, потому что он тут вообще быстро, ребят, будет. Такая суета. И... Рокстеди, бомбим, бомбим его. Все, ребят, крышка. Рафаэль там сами, на, получи. Вообще в сухую разнесли. Смотрим следующую. Ну, тут то же самое. Смотри, тут два голема плюс Маузер. Вот рывки, офигенно они делают, ребят. Когда рывок
проходит сквозь двух, трех, да, там врагов, они все получают урон. Шреддер круто сейчас бомбанул, уничтожил. Тут даже вообще комментировать не о чем, ребят. Разносим в пух и прах. Так, муха там выпендривается еще что-то, а? Ты посмотри на нее. Ушатали Антракса. Причем добивает Шреддер. Он накапливает свою суперсилу и начинает бомбить именно в спину. Плюс у нас бонус тут. Ага, получили. Кстати, насчет... Блин, надо было зайти мне в этот. Уже Шреддер. Так, если подобьем, то это будет круто. Но я почему-то сомневаюсь. Такой здоровый. Так, кто у него тут в помощи? Ой, только муха и все. Слушай, так мы должны его вырубить. Ну-ка посмотрим. Так, с панком. С панком справляется у нас Рокстеди. Кто там еще? Муха. Ребят, я вам скажу следующее. По-моему, тут победа будет за нами. Хотя, знаешь что, Донателло, ребята, отгребает. Шреддер тоже? От кого он получил столько люлей? Ух. Двоих сразу минусанули. Муху! Муху бомбите. Она же... Это вот она станет, ребята. Ты гляди-ка, что этот охламон делает. Ё-моё, вот это да, вот эти вот его удары снимают всю броню. Блин, вот это вот зря, ты переключился сюда. Надо было добивать муху, видишь, она что делает. Она еще отхиливается. Слушай, по-моему, мы тут сфейлимся. Только лишь потому, что вот эта вот муха вшивая здесь. Она все мне испортила, а? Ну что, давай попробуем переиграть. Да, вот зря они, конечно, муху оставляют. Попробуем переставить кое-что. Или же убрать Донателло надо. Потому что Донателло почему-то быстро погиб вместе, в принципе, со Шреддером. С этим панком мы быстро и легко разбираемся. Так же, как и вот с этим кланфутовцем и жестянкой. И остается именно Шреддер и муха. Эй, а этого-то кто добивать будет? Вот смотри, осталась муха и Шреддер. Если мы сейчас уничтожим с тобой муху, а мы должны, в принципе, это сделать, потому что здоровья у нее уже не осталось. Чингис, давай. А, он оглушенный, да? Все. Рафаэль нам в этом деле помог. Слушай, ну теперь шансов намного больше. Во-первых, у нас 4 персонажа осталось в живых. Даже Донателло выжил. Так, смотрите, что происходит. А? Не кисло мы его, да, тут? Раскручили. На-ка. Ну что, добивку, делайте ему. Последний удар. Да. Вот так вот, ребятушки, справились мы с ним. Ну что, а мы с тобой двигаемся дальше. Ну и что тут? Антракс и плюс Крэнк. Да мы их порвем сейчас. Наверное, да? Чингис, давай вот прям сюда врывайся и бомби. Так, минус панк. Шреддер добил. Опа, почему-то у Чингиза так мало здоровья. Бабах. Так. Все-таки Чингиза накрыл, да? Это вот Антракс постарался, друзья. Минус Крэнк. Ну и все переключаются, естественно, на Антракса. Фига, он же учит, посмотри. Бегает, мельтешит, но Шреддер его поймал. Ну, а Рокс, кстати, добил. Нормуль. Слушай, давай посмотрим, кто у нас там будет боссом. Опять Шреддер, а? Чё они так любят его все время везде всовывать, а? Скажи-ка мне на милость. Так, мы можем с тобой открыть капсулу. Зеленую. Так, и что? Ну, Рафаэль, неплохо, ребята. Рафаэль прокачивается. По чуть-чуть, по чуть-чуть. Так, 2 миллиона с тобой у нас... мутагена. Я вот не знаю, ребята, мне вот хочется, конечно, еще току прокачать. Да и лотус не помешало бы. А Наполеон, вы говорили, фигня полная, да? Эти вообще не знаю, ребят. Вот этот мне не понравился, дементор. Это флыжник. Эйприл тут пытался качнуть. Тут, ну, кто-то мне говорил, а, по-моему, мне говорил Илья. Илья, игробом, что прокачай Эйприл, и ты будешь рулить. Ну, давай попробуем.
Я не знаю, правда, чем я буду рулить, ребят. Но ему верить можно, потому что он в игре намного больше, чем я, и как бы опыта у него больше. Так, блин, жалко, вот не хватает русского языка. Мне хотелось бы понять, о чем тут идет речь, какие скиллы, что они обозначают. Какой уровень у нее? 112. Так, мы также можем на нее экипировку сделать. Окей, вот таким вот образом. Но она все равно еще отстает, да? Раз, два, три. Три боя нам нужно сделать, поехали. Попробуем все-таки еще дойти до Шреддера и победить его. Battle begin. Поехали, ребята. Наблюдаем. Слушай, а почему вот, например, вы говорите, Наполеон... Ой, Чингис крутой, да? Жаба. А Наполеон слабый. Почему? Потому что он с кнутом? Только лишь из-за этого? Ну, я, в принципе, могу понять. Наверное, у Чингиза массовая атака, да? А у Наполеона одиночная. Может быть, из-за этого, да? Слушай, ну тут, в принципе, неплохо разобрали. О, тихо, у меня остался Рафаэль и Чингиз. Так, давай, Бибопчика, минус. Так, мы со Шреддером справимся с тобой вдвоем здесь. Нифига себе ты. Ты сейчас видел, что он... Он всех раскатал. Так, погоди-ка, погоди-ка. Ну-ка. Давай-ка переиграем. Это что сейчас было? Нифига, Шреддер просто одного за другим раскатывать стал. Ну-ка еще разок посмотрим. Что я там пропускаю, какой момент? Я понял, ребята, он моего Шреддера уничтожает. Видишь, в спину бьет. Так, минус консервная банка. Так, моего Шреддера уже уничтожили. Так, Бибопа минус. Сколько у нас осталось? Раз, два, три. Три бойца всего лишь. Так, минус каменный. Муху, муху валите. И опять, ребята, опять остаются у меня Рафаэль и Чингиз. Ты видел, какой он наносит урон? Это просто какой-то, ребята, я не знаю, изверг. Смотри, смотри, смотри. Сейчас у него накопится суператака, и он... Во, смотри. Ты видел? А Чингиз не справится. Чингиз, ты крут. Чингиз, ты крут. Все-таки выдержал, ребята, атаку. Так, а здесь? Ну, здесь все легко. Так, здесь, если с каменными мы справляемся, да? Блин, почему они так в спину очень больно бьют? У Роксиди уже здоровья мало. Так, смотрим. Клан Футовиц. Вот эти два солдата тоже минусуются. А это сейчас будет свои гранаты бросать, да? Готовит, готовит уже бросок. Ать, Шреддер. Что-то Шреддер у меня в последнее время стал погибать одним из первых. Наверное, потому что он бьет, ну, забегает в самую гущу. И все на него переключаются. Наверное, из-за этого. Так, ну ладно. Получается, у нас вот это вот предпоследний босс, да? Ой, босс. Последний бой и будет Босяра. А Босяра, как мы знаем, уже будет Шреддер. Ну-ка. Донни, Донни, ну, что им сделай, хорошее это. Почему Шреддер постоянно переключается на какую-то фигню? Сейчас он в данный момент валил Маузера в спину. Зачем? Лучше бы бомбил, я не знаю, там, Муху или Бибопа. И вот опять он погиб. Тут, скорее всего, мы проиграем. А, нет, 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 проиграть мы здесь не сможем. У нас преимущество, хотя... Хотя это преимущество тает прямо на глазах. Ну-ну-ну-ну, давай-давай-давай. Какой он противный, а, Рокстеди вот этот вражеский. Посмотри, он сильный. Донателло вместе с Мухой борется. Так, ты еще скажи, что ты сейчас мне Рафаэля порвешь. А он может, но не успел. А вот мы переключились на Муху. Как раз вовремя, потому что Донателло был в стане. Да, и он погиб в стане. Есть. Ну, Рокстеди, красавчик, выжил. Ну что, Босяра, по идее, да? Блин. Сейчас вот что-то мне кажется, сейчас порвут нас.
Сейчас нас ушатают. Кто там у него? Хотя, подожди, тут всего лишь гранитур, два голема и консервная банка. Посмотрим. Шредер, нифига, с двух-трех ударов выносит. Посмотри, сколько здоровья. Сейчас Донни погибнет, да? Нет, он все-таки бомбит моего Шредера. Так, смотри, гранитор. Так, пробивает. Молодец, Рокстеди. Так, Донателло уже минус, ребята. Но мы в ответку ему. Оу, и Шредер мой погиб. Блин, Чингиз, ты бы ворвался бы, звезданул бы хорошо. Все, Чингиза больше нету. А-а, мы здесь не выиграем. Друзья, здесь что-то какой-то бред получается. Во-первых, меня постоянно бесит, что мой Шредер погибает одним из первых. Самый крутой дамагер для меня лично погибает первым. Что это за дела? Вот он сделал свой супер удар. Рокстеди, ты что там тупишь-то, я не могу понять. Нет, надо переигрывать. Надо переигрывать. И скорее всего нам Шредера нужно менять с тобой местоположение. Я вот хочу сюда его поставить. Вот так вот сделал. Нет, рывки пускай стоят сзади. Поехали. Смотрим. Вот опять Шредер переключается на консерв. Ну нафиг тебе вот сдался вот этот вот подшнырик, я не понимаю. Он на него делает супер удар еще, к тому же. И после этого Шредера моего ушатают. Шредер на Шредера, да, идет? Смотри, видишь? Сейчас его ушатают. Все, минус. Тут же у нас и Рок, кстати, уже погиб. О-о-о. И опять у нас Рафаэль с Чингизом остаются, да? Нет, тут как-то нереально, ребята. Тут, наверное, все-таки надо будет подкачаться. Хоть вроде бы и валим, но не хватает именно мощей. Добить его. Слишком сильно лютует. Очень лютует. Шредер, посмотри. А что, он может еще станить? Слушай, я не знал, что он может станить наших бойцов. Угу. Ладно, друзья мои. Я обязательно, наверное, в следующей серии все-таки отомщу ему. И мы посмеемся в лицо этому Шредеру. И припомним все наши проигрыши. Ну, а на этом я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам.